Всем привет! Сегодня снова с вами Басон, и сегодня мы будем проходить последнюю восьмую миссию игры Final Exam. Это будет заключительная миссия, где будет рассказана вся развязка игры. Давайте начнем. Я уже открыл еще новый вид гранат, осколочные, но она бьет по площади, но для меня это, в принципе, не очень хорошо, если сейчас будут большие боссы, более сильные. Потому что мне нужно, чтобы стопорить именно их в одном месте, и точно их нужно использовать обычную гранату. То, что урон будет сразу наноситься. Давайте начнем. Сейчас будет предыстория восьмой миссии. Последней седьмой миссии мы гнались за монстром, который унес профессора. Он подстрелил эту тварь, процессор вниз полетел, нас профессора поймали. Как обычно, все благополучно. Так, нужно прополоть. Ну ладно, пойдем прополим. Волна. Могу сказать, что вот этот прием усиленный носит больше урона, чем обычно это бита какая-нибудь там, или и плюс еще он игнорирует блок большинства монстров всех этих. Даже если они там вот могут блокировать, то этот они вот точно не могут блокировать. То есть ими можно эффективно расправляться с этими усиленными монстрами. Так, еще теперь двое. Давайте будем делать отсюда бегом, чтобы быстрее все это прошло. Плюс очков больше, как видите, получаете. Так, давайте наверх поднимемся, наверное. Так, вот здесь где-то должно быть. Очередная верзила. Вот эффективно его использовать. Против как раз своих же. Придется подлечиться. Вот такую волну лучше не попадать, конечно. Конечно, такие тоже варианты не особо хороши. Сигамадрил. Этих псин главное вот уничтожать, они вот своим ядом шплюющиеся. Почему я говорю про гранаты именно? Видите, в чем разница? То, что вот эти монстры маленькие, как муравьи мешаются, а вот большой больно бьет. И то, что большого можно застанить с помощью гранаты. И урон большой от гранаты и застанить можно. Так, поэтому гранату лучше собирать. Так, у нас где-то наверху еще третий кокон такой, видимо. Сейчас, как обычно, будет опять такая же куча всякого говна. И куча летающего. Так, их лучше убивать, потому что они, во-первых, мешаться не будут. И плюс с них что-нибудь может выпасть.
Но вот так вот лучше, конечно, не попадаться. Плюс они будут мешать своими бомбочками этими маленькими. Да, тут, конечно, геморройно все это бить. Муж. Чем ближе, тем урон больше. Хорошо, хоть бутерброд за него дают. Так, теперь же нужно... Чё, вернуться профессора надо? Так, наш профессор работает над сывороткой. Так, как будто ничего не происходит вообще. Опачки. Опа, опять попался в кокон, как всегда. Будем его отколупливать. Все кактусы переростки. Лучше атаковать их именно сзади, когда они вот так делают. Разворачиваться и бить их сзади. Чтобы не получать от них урона. Так, побил пару раз, развернулся. Ну, в принципе, убивается легко этот кактус. Опять всякая хрень сейчас поползет. А тут можно же разойтись вот так вот. Кактус мы один уничтожили. Так, еще три кактуса каких-то. Или что-то росянки, не знаю, что это за переростки. Вот с них хорошо можно сейчас набиться. Вон как хорошо можно наколошматиться сейчас. Здесь. Кактус, еще один минус. Еще вылазит всякая шушера. Как раз затаримся патрончиками, гранатами. Тут еще какой-то кактус должен быть. Чем мы с этим кактусом разговариваем? Чао, кактус срубим. Потом псину накажем.
Так, доктора мы освободили, как раз патроны, гранаты получили все по максимуму. Так, теперь у нас что? Какая-то тьма нас окутывает. Профессор дал дёру. Спрятался в ящике контейнерном. Наша задача что, свалить что ли? В тумане. Что наша задача? Да, дофига урона не нанесли, взорвав этого гада. Сейчас бы не помешала аптечка. Как раз к нам граната подкинула этого жалистого. Прям на лету поймал говнюка. А, то есть тьма нападает, типа мгла это. Нам надо отбиваться в это время. Угроз Индочи пока набиваем. Они, короче, нас нападают, а мы должны, типа, держать позиции. При этом не заходить в эту тьму. Типа как вирус, что ли, вырос на свободу, фиг поймешь, что мгла какая-то поглощает нас. Все, нас поглотила тьма. Типа отошла. И мы превратились в такого монстра, типа танка этого, что ли. Типа все, каюк этому профессору. Или мы типа еще... А, мы уже не понимаем, типа ничего. Какая-то баба, что ли, появилась с сывороткой. Кинула ее в нас. Мы типа... Очухались, что ли? Большой пальчик показан нам. И что нам делать теперь? Уничтожать сжать и всех монстров. О, как. Так неплохо. Какие-то звездочки, типа. А, типа сыворотка действия нас начинает. И мы должны, типа, защищаться, пока отбиваться. Дайте крушителю немного пюре. Какого пюре? Перейти к следующей цели. А, эта хрень летала. О, как. Мы, получается, превратились обратно. Сейчас будем опять, походу, туда и сюда гонять. Ничего не делать, типа, ага. Не делает ничего. Получается, у нас как будет борьба сейчас внутри. Ладно, давайте подлечимся, чтобы быть полным здоровьем. Что-то не так прием отправился прям. Легко делается, всего, грубо говоря, одной клавишей. Сейчас бы еще бутеры выдавали пожрать, чтобы здоровье восстановить. Убиваются они вообще легко. Чё теперь?
Восхитительно. Еще как бы перейти к следующей цели. Какой следующий? Ну, что тут делать надо? Прыгать мы в нем не можем. А, вот эта хрень. О, добил. Что, теперь все? Пора в спортзал. Давайте добежим побыстрее. Ну и что-то в спортзале. Ну как же эта хрень не угомонится? Сколько его можно дубасить уже? Значит, конечно, ему дофига урона, но не особо много. А, я понял, то надо убегать еще от этих камней. Вообще оригинально сделали. Сейчас меня вырубят. Ну и что у нас еще здесь за жизнь в запасе? Можно воскреснуть. Начать драть дальше жопу. Шипы кит по земле бегают. Конечно, вот это лучше не попадаться ему. Так, первая волна. Ай, блин, дофига. Сдохнет или нет, а? Чувствую, таким это на финального босса жизни не хватит. Опачки. Какие-то корни. Уперли его. Ух ты. Чё за щупальца какие-то? Кактусы-переростки. О как. А, вот эту фигню надо бить. Ну, в принципе, пока так легко идет босс. Сейчас посмотрим, что дальше будет. Опа-на. Камнепады. Патронов нету. Что будет дальше? А, получается, здесь вот только наполовину камнепад. Опять меня убили. Последняя жизнь. Пробуем. Еще и волна, да это вообще шик жизни, ё-моё.
Надо где-нибудь в углу зажать с ними, поболтать. Хорошо, хоть эта хрень не бьет во время волны. Да, разбираться, конечно, с таким количеством монстров в рукопашку одному, это с другом в кооперативе еще весело. Теперь еще летающие, вообще красота. Ну да. Веселье только начинается. Осталось чуть здоровья, сейчас чувствую, усложнится еще как. Хоть патронов немножко набил. С гранатами. Ох ты же, бабушки мои. Их теперь 4. Еще их заваливать, ой, мама. Я тут скрянчусь, сейчас заново перепроходить. Да, придется заново перепроходить. Давайте попробуем заново пройти, но она же с полным здоровьем хотя бы. С здоровьем и запасами полными. Да, вот это, конечно, жестоко, что так усложняется. Еще плюс куча монстров всяких лезут. А, вот на шипы лучше не попадаться. Жалко, ее нельзя так же опрокидывать. Так, а вот следующее будет. Так, подождем шипы. Так, эту хренью больше получится носить. Мне главное, чтобы туда хрень сначала. Теперь эту волну надо загасить. Благо сейчас здоровья дофига будет. Так что если с первого раза тоже не получается, это надо перепроходить. Потому что, как видите, монстры сильные. Их много. Хотя их и 5 появляется максимум на экран. Но вот это щупальце, это, конечно, жестоко. Так что патроны здесь надо набивать, как только можно. Собачек, кстати, я ненавижу больше всего. Вот они вот эту хрень делают. То, что в полете еще они, гады, не блокируют урон, это хорошо. А вот земляне уже могут блокировать. Трещи летающие. Ничего лишь, еще какая-нибудь хрень вылезет. После этих 4 щупалец. Что дальше у нас? Меню.
Но самый лучший способ избежать этих шипов это именно воздух. С автомата лучше выходит. Но патронов уже нет. Здесь уже как-то по-другому идет этот совал. Какие бывают моменты. То есть она просто тупо долбит по земле. Начинается жесть. Короче, жизнь мне здесь приходится жертвовать жестоко. А, то есть ей пофиг кого валить. В такие вот моменты лучше не попадаться. А, то есть в предыдущее место падения надо. Лучше время махаться в воздухе в это время, когда шипы появляются. Потому что у меня какая-то типа бешенство начинается. Где вот камни попадали? Так, куда сейчас бешенство, походу, здесь это кактусы переростка. Только же летающие здесь не страдают. Хотя могут, наверное, они и пострадать тоже. Так. Эту хрень мы убили, интересно, но вылезли. Где вандуры? Да, вот эти верзилы. Не в тему. Я говорю, сейчас усложнится, еще фиг знает сколько. Главное сейчас набивать лучше. Так, зарядить четвертую надо. Еще вдвоем так бегают одновременно. Блин, верзила, поймал, гад. Последняя жизнь.
Этот город проходить, конечно, геморройно. Да. Сейчас меня, походу, прикончат. А так все хорошо начиналось. Да. Ну ладно, очки мы фиг с ним плевали. Давайте попробуем перепройти заново. Будем играть аккуратней. Так, надо как можно больше всего набить. Гранты, я думаю, оставлю лучше на этих больших верзил. Строим мясорубку здесь в углу. Будем стараться поддержать аптечки. Так, что у нас эта хрень будет делать сейчас? Так, давай. Так, эта хрень походу бесится и начинает шипами долбить. Так, навык я уж сохраню. Так, вот это не в тему уже, товарищи. Надо с псинами разбираться, немного геморроя себе приносит. Вариант еще можно вот эту бешалку исправить, стоять где-нибудь в одном углу. Хорошо, хоть этим псинам нигде. Разгуляться им негде, с котам этим. Вот это хоть хорошо получил.
Да, здесь жарко, конечно. Так, плита упала. Она сейчас получила за меня, сама сделает. Но проблемы тут большие, верзилы. Блин, ну так чуть-чуть не хватило, а? Хоть жизнь сохрани побольше. Блин, не успел. А, то есть у нее когда начинает щупальца шевелиться, она начинает беситься, эта хрень. Так, одну жизнь потеряли. Одного верзила мы завалили. Становится теперь дофига. С одним разобрались. Так, большую вертилку мы завалили, теперь мелких меньше проблем будет. Заодно и запас автоматный пополним. И бутеров у нас дофига, сейчас как раз зарядим нашу способность. Сейчас у нас лучше намного получается, надеюсь, та хрень нас не расплющит. А, во как она. А, то есть... Вот эти плюет. Теперь ясно, как это делается все. А, это вообще проще никуда. Просто в воздухе висеть, удары делать. И от шипов уклоняться. Всякая мелочь будет попадаться, ну и хрен с ней. У нас еще целая жизнь в запасе и три этих аптечки. Заодно за их счет может чем-нибудь пополняться, если здесь нету.
Им-то пофигу, они взрываются. А, щупальца уже пошли в ход. А, способность даже ему ничего не наносит. Ну и ладно. Ну, может, гранатки повышибаем с этих. Ну, умереть-то мы это тоже вряд ли умерем просто так. Осталось чуть-чуть. Так, мы эту хрень завалили, финального босса, кактуса переростка. Так, вылезла бандурка эта. А, мега шприц в задницу ему засадили. О, профессор с этой бабой слившийся. Слушай, ты чувак, я тебе сказал, что делать. Умирать, значит умирать. Мстим, короче говоря. Убиваем все дерьмо из него. Так, ну это без защиты, просто пытается убежать, нам мы не дадим. Мы коронными приемами его будем. Дисциплинарное наказание мы ему сделали. Миссия выполнена. И вот он, окончательный ролик по игре. Как целый комикс. Толстячок это читает комикс. При этом у него шлемак здесь наш валяется. Ну вот и все. Мы прошли игру Final Exam. Все 8 миссий. Как видите, последняя миссия была достаточно сложной. Хотя уровень сложности был обычный. Если прокачаться, в принципе, персонажем, найти больше оружия и всего остального, то можно, в принципе, хорошенько и быстро проходить и приловчиться. Конечно, видели две смерти, но, само собой, это сложные монстры, там приловчиться, куча монстров, и плюс финальный босс все сразу. Как видите, у меня нет таких навыков, что я, извините, не играю в нее сутками напролет, просто прохожу ее. Ну, на этом мы закончим все об этой игре. Final Exam игра, в принципе, лучше играть в эту игру в кооперативе, то что будет и веселее, и будет как-то быстрее, и вам будут помогать ваши друзья, и интереснее будет все-таки молотить монстров вдвоем, там, втроем, чем одному. И плюс жизни, больше возможности без смертей пройти таких вот больших финальных боссов у вас будет. На этом все. Всем спасибо за внимание. Оставляем свои комментарии. Я буду на них отвечать. Ждем дальнейших прохождений других игр. Ставим лайки. Подписываемся на мой канал. Всем до свидания. Всем спасибо. До скорых встреч.